Сложнейшая борьба – это борьба с самим собой, считает саровчанин Дмитрий Сиренко. К профессионалам себя не относит, смущенно называя энтузиастом-любителем. Спортом Дмитрий заинтересовался еще в старших классах, а в институте купил первый шоссейный велосипед. Затем в какой-то из годов Лыжная федерация города Сарова решила для разнообразия летнего сезона устроить триатлон в Сарове на озере Протяжное. Я заинтересовался и решил поучаствовать. Изначально без особого энтузиазма, но потом это все затянуло. 3 года назад Дмитрий поставил цель пройти железную дистанцию триатлона и добился ее на международных соревнованиях в Сочи Iron Star 2020. Участник проплыл 3,8 километра, преодолел 180 километров велогонки и пробежал 42,2 километра. Я финишировал, когда выходил на бег, солнце было еще наверху, это было часа 3 дня. Мы бегали по набережной и по молу, который ограничивает Америтинскую бухту. И я с каждым кругом видел постепенно, как солнце снижается. Вот оно достигло горизонта, вот уже наступили сумерки. И финишировал я уже в темноте. Спустя 3 года упорных трудов и тренировок Дмитрию все же удалось стать железным человеком. Его результат – 12 часов 43 минуты и 23 секунды. Результатом я доволен не до конца. То есть был план изначально выйти с 12 часов на данной дистанции, но из-за проблем с подготовкой в этом году этого не получилось. Останавливаться на достигнутом саровчанин не намерен и в будущем планирует проверить свои силы на соревнованиях в Санкт-Петербурге. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.